Надо было нанимать афериста. Я умею убеждать в чем угодно. Для меня это наука о людском доверии. Возьми меня. С такими навыками нет. А ты меня научи. В спальне. Какой кошмар. Правда? А сама-то повелась бы? Может быть. Да ну, ладно, идем. Нас человек 30. Каждый получает процент. Делаем дело и валим. Что за баба, наш новый стажер? Ты с ней спишь? Я все слышу. Нет, Фархад, я с ней не сплю. Ну и зря. Из роли не выходить. Ни за что. А где все черные? Я сама. Что? О, простите. Поздравляю, ты преступница. Ты учишься быстрее всех, кого я знаю. В следующем году. Как насчет дела крупнее? Думала, ты профи. Ты о таком деле, чтобы потом сразу на пенсию. Никому не трепать, ни слова. Ты неплохой, но ты меня не знаешь. Это Онцель? Фантастика. С таким, как он, лучше не шутить. Здесь все. 1 100 000. Никит, не мои деньги. А вот теперь я слушаю. Уилл Смит. В этом деле нет места любви. Марго Робби. Иначе смерть. И каково это? Ух ты. Люди делятся на два типа. Молотки и гвозди. Тебе решать, кем ты хочешь быть. Фокус. It's a bad religion.